Старые тополя на улице Монтажной угрожают людям и их имуществу. Деревьям уже около 70 лет. Это уже преклонный возраст. Некоторые тополя уже рухнули сами. Обошлось тогда без жертв. Чтобы решить ситуацию, жильцы улицы Монтажной обратились в редакцию телеканала «Хабаровск». Вот эти тополя, один упал на гаражи сюда, второй сюда упал. Николай Воробьев поселился в доме на Монтажной в 70-х годах. А деревья, на которые он жалуется, высажены там примерно с середины 50-х. Для тополей 60 лет уже критичный возраст. Следить за зелеными насаждениями во дворах – обязанность управляющих компаний. Вот приехали, вырезали все, пни эти торчат, вот там опалубку, это отмостку поднял. Я приезжала управляющая Валентина Адамовна. Я ей сказал, я говорю, куда вы это все уберете? У нас нет денег. Жилой фонд по улице Монтажной представлен многоквартирными домами, но это не те многоквартирные дома, это дома этажностью буквально двух этажей. Проблема заключается в том, что, видимо, небольшие денежные и финансовые средства собираются собственниками на содержание общего имущества. С учетом аренды вышки, работы специалистов, вырубка одного тополя может обойтись в 20 тысяч рублей. Например, дома Монтажная 41, 15, 36 обратились именно за получением разрешения на снос старых вот таких тополей. Как правило, количество в дворах составляет от 3 до 7 единиц. Поэтому если хотя бы жители принимали решение, ну хотя бы по одному дереву в год, я думаю, что эта проблема бы уже была давным-давно решена. Телеканал «Хабаровск» для разрешения ситуации отправил запрос в администрацию индустриального района. Продолжим следить за событиями. Марьяна Гейт, Даня Кулешов, Максим Артяков. Смотри «Хабаровск».